Вот второй подряд видео в стиле анбоксинг. На этот раз это Ифраше. Вот такая огромная гигантская коробка мне пришла. Сейчас я буду ее открывать. Итак, мне пришел гель для душа цитрусовый цветок. Не помню, чтобы я его заказывала. Может быть, мне его прислали в подарок. Вот. Чем же он пахнет? Цитрусовый цветок. Пахнет цедрой апельсина или грейпфрукта, или какого-либо другого цитрусового фрукта. Но очень так ненавязчиво, такой нежный запах. Любительницам нежных запахов он очень даже понравится. Поэтому он очень отличается от геля для душа апельсин. Там такой ярко выраженный вкусный запах, а здесь он такой мягкий, ненавязчивый, еле улавливается. Далее. Вот такой крем для рук Aves Bio Силиплизер Натюра. И здесь аналогичный для рук жидкое мыло. Так. В нем 300 мл, а в креме 200. То есть такой великан и малышечка. Вот такой вот эксфолиант для тела пришел. Из серии восточных хамам. Как бы он мне пришел в подарок. То есть я люблю такие запахи, такие восточные. Такие. Вот. Хотя я ненавижу эксфолианты, скрабы, но вот если запах относится к разряду моих любимых, то это совсем, конечно, другое дело. Далее, вот такая вот малюсечка, вот такая мусипутечка духов жасмин. Это будут 14 духи в моей коллекции парфюмов. Ну или что это, туалетного, да, вот такая вот она, мусипутечка, малышечка. К счастью, сегодня еще не духарилась, и у меня не будет смешания ароматов. Аромат такой теплый. Вот прям вот я его нюхаю, я его, прошу прощения, вдыхаю. Мне как-то вот прям тепло такое по телу бежит, но прям теплее становится. При этом запах такой очень свежий, очень ненавязчивый. Он не ярко выраженный, но такой очень милый и славный. Мне кажется, это какой-то универсальный запах, который может подойти любой девушке, любого возраста. И, собственно, в любой сезон. Да, вот его правда можно носить в любой сезон, он совершенно на все сезоны идет, ну, таково мое мнение, и мне кажется, его в любом возрасте можно использовать, и он всегда будет, кстати. Набор для рук, это такой вот крем, арника био, не знаю, как правильно произносить, если честно, и к нему идет такой антибактериальный гель, соус, такой малышка совершенно, в нем всего 30 мл, а в самом креме 75. Вот ради этого я делала собственный заказ. Здесь должен быть кошелек и визитница. Визитница мне ни к чему. А вот кошелек я хочу. Я кошелечно-сумочная душа. Я обожаю кошельки и сумочки. Цвет такой, он на сайте приявлен как фиолетовый, но он такой коричневый с таким легким подтоном фиолетовым. Собственно, если кому-нибудь сказать, дать в руки эту вещь и спросить, какого цвета, он называет какой угодно оттенок, но только не фиолетовый. Так, это кошелек. Я полагала, он будет большим, но вот это, что называется, только для мелочи, потому что
Он такой на заклепке, и когда ты его открываешь, внутри два отделения, между которыми отделение на молнии. То есть такой-то детский кошелечек, но я думаю, я его приспособлю для мелочи. Вот. И визитница самая обычная. То есть тут такие кармашики. Не падай. Такие кармашики. Вот сюда можно что-то засунуть. Я не знаю, паспорт, например, да? Вот здесь тоже такая. Не знаю, видно тебе, нет, но что можно что-то. То есть. И от этого набора, скажем так, не в восторге, далеко не в восторге. Земляничный эксфолиант. Они его упаковали как надо, как следует. Вот в такую вот антистрессовую упаковку. Даже заклеили такой клейкой. Вот она, моя прелесть. Вот действительно покупка под влиянием YouTube. Я очень ленивая личность. И я не люблю всякие скрабы, эксфолианты для тела. Мне просто лениво. Но вот я год сопротивлялась, честно, соблазну заказать эту вещь. Но здесь я заказала, чтобы мне прислали вот это. Меня очень соблазнила сама баночка, что я себя все тешила надеждой, что она закончится, я для чего-нибудь полезного приспособлю, что она такая вот необычная. Так, вот еще бы догадаться, как ее открывать. Девочка, которую снимали про нее видео, надо было показать, как ее открывать. А! Победа! Я ее открыла. Знаешь, как надо открывать? Ой. Вот так вот она выглядит, замочек в закрытом виде. Нужно одновременно нажать вот на эту хрень и вот эту вверх подтянуть. То есть вот эту вниз потянуть, эту вверх одновременно. И она тогда открывается. То есть вот она открывается. Вот все так хвалят запах. Посмотрим. Здесь такая пластиковая штучка. Прям выглядит как желе, видишь? Пахнет, правда, убийственно, как туалетка у них есть. Презернатер, по-моему, туалетная водичка земляничная. Пахнет один к одному, только понежнее чуть-чуть запах, не такой яркий, не насыщенный. Вот, вот так он выглядит, собственно. То есть такое, ну правда, оно как желе или джем, ну визуально выглядит, на тело я его еще не пробовала. Еще положили вот такую вот малюську, что это у нас? Купер Натюр секси объем. Здесь всего лишь объем. Здесь 2,5 литра. Вот такая вот малюська. У меня тут 3 пробника. Это тональный крем Pure White. Вот такой вот. Эй, видно? Значит, что? Лифтинг лица. Тоже с удовольствием, кстати, попробую. Давно хочу попробовать, но сам крем стоит дорого. А пробник? Пробник. И BB крем. У меня, кстати, есть полная версия. Вот, о нем я снимала уже свое отдельное видео, свое мнение. Мнение чайника, скажем так. Вот, и оставлю тебе ссылочку вот тут. Угу. Если интересно, перейди по ней, но это правда мнение чайника, потому что я не спец по тоналкам. Собственно, на этом все. Мой фаворит, скажем так, этой посылочки, это эксфолиант земляники. Он мне больше всего понравился из-за баночки, из-за консистенции и из-за запаха. Вот, все остальное вызвало у меня поменьше эмоций. А вот это лидер этой посылки. Желание никогда не испытывать разочарование, всегда ко всему относиться позитивно и во всем видеть всегда плюсы, несмотря ни на что. На этом все. Твоя Даша. Пока.